Доброе утро. Доброе утро. Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня 10 августа, 5 часов 25 минут утра. Вот буквально несколько минут назад у нас включили воздушную тревогу. Вчерашний вечер и ночь были довольно-таки неспокойные. Вчера немножко раньше отпустили с работы, я приехала домой. Только приехала, было, по-моему, начало 5-го. Слышали несколько бахов, причем при закрытых окнах. Когда у нас окна закрыты, у нас плохо слышно улицу, что происходит. Ну, по-моему, раза 4 мы слышали. Администрация сказала, что по городу прилетов не было, было возле города. Несколько раз за вечер мы слышали воздушную тревогу. Где-то часов в 11 мы снова слышали бах, и администрация города написала без 10-12 ночи, что на это время прилетов по городу Запорожья не было. Все, что мы слышим в бахе, это по области. И дальше детали уточняются, все подробности уточняются. Больше информации не было. Мы легли спать и в 4 утра проснулись снова от бахов. Было 4 баха. Посмотрели, воздушной тревоги не было. Не слышно ни смс-ки о воздушной тревоге. Информации по поводу утренних бахов тоже еще нет. Все, наверное, будет намного позже. И вот сейчас у нас воздушная тревога включили. А нужно собираться ехать на работу. А так у нас все по-прежнему. Свет, газ, вода, связь есть. Все потихонечку работают. И магазины, и аптеки, и рынки. Мне там вчера написали, что как я могу такое говорить, что вот а в магазинах цены какие. Так я и говорю, что в магазинах, если мы скупляемся, я всегда цену пишу, показываю. Но в магазине есть и хлеб, и масло, и макароны, и каша. Вот чтобы прожить, есть. Изобилия нет. Я никогда не сказала, что там изобилие полки ломится. Но чтобы прожить, есть. Да, лекарства в аптеках есть. Может, не все, но цены, конечно, в несколько раз подорожало. Да это и не секрет. Зачем мне писать такие комментарии и мне как бы выговаривать все это? Я же цены не ставлю. Я говорю так, как есть. И еще раз повторюсь, на моем канале я говорю только то, что вижу сама, слышу сама. Никакой чужой информации я не передаю. Не вставляю никаких чужих роликов на своем канале, что вот там что-то случилось, вырезают, вставляют, показывают. Это все-таки накручивает людей, я не знаю. Нужно немножечко быть посдержаннее, что ли, не накручивать, не нагнетать ситуацию. Я таким не занимаюсь и делать не собираюсь. У меня не новостной канал и никакой там не пугающий. Вот так мы живем. Да. Это наша жизнь. И где-то радуемся, где-то смеемся, а где-то и больно до ужаса. Ну, и переживаем, и сопереживаем всем. Нет такого, что мы вот за вот этот кусочек города мы переживаем, а за другие города не переживаем. Нет такого. Я ни разу не сказала на своем канале, мир это только одному какому-то городу. Я говорю всем мир, скорейшего всем мира, на всей планете.
Я поддерживаю всех и всем желаю, конечно, мира. И никому никогда я не сказала уезжать из Запорожья или возвращаться снова. Я понимаю, что люди переживают за своих родных, которые уехали, а сейчас хотят с детками вернуться. Но я не говорю им возвращаться. И не говорила уезжать. Все взрослые люди и принимают решения сами самостоятельно. Поэтому каждый берет ответственность на себя. Это же не подростки у меня спрашивают, несовершеннолетние, которые можно приехать, вернуться в город или нельзя. У каждого есть своя голова на плечах, и каждый отвечает за свою жизнь и жизнь своей семьи. Поэтому не нужно на меня взваливать ваши решения, посмотрев мое видео. Ну, как бы вот так. Спасибо девочкам, Ирам, что поддержали меня и объясняете людям, которые задают такие вопросы, вообще ситуацию, потому что я работаю, я тоже очень устаю и не могу все время проконтролировать комментарии, уже поздно вечером я уже захожу, смотрю, отвечаю, поэтому, ну вот, как-то вот так. Так что, ребятки, кто пьет со мной утренний кофе, всем приятного аппетита. Верим в светлое будущее завтра, и никак иначе все обязательно будет хорошо. Ну, а я, конечно, вчера после работы смонтировала видео, которое вчера удалила одним прикосновением пальчика. В общем, вам приятного просмотра, а я буду собираться на работу. И верим в светлое будущее. Всем привет, ребятки! Я уже приехала с работы, у нас жарища просто, горячий воздух, я не знаю, мне кажется, плюс 40, ну, наверное, плюс 36, но на солнце очень-очень жарко. Прям вот сейчас немножко отошла, приехала, щеки красные. Артурчик приехал с рыбалки, сейчас покажу вам его улов, который он сегодня привез нам, и... Ну ладно, давайте посмотрим. Вот такой красавец, который, видите, практически не помещается в раковину. А раковина у нас не маленькая. Это белый амур. Я вам покажу, как я буду чистить рыбку. И для меня главное, чтобы не разлеталась чешуя. Потому что потом вот это вот собирать по кухне, ну это не есть хорошо. Итак, смотрим. Я закипятила чайник. И вот просто... буду вот так вот поливать. Так, сейчас. Ой. На хвостик. Ой, какой тяжелый. Вот так. И теперь смотрите, вот так вот пальчиками, смотрите, и вся чешуя, вот, видите, рукой, она у меня будет в раковине, ни по каким стенкам, ничего. Сейчас минута, и все будет чисто. Немножко неудобно, потому что рыбка большая. Ну вот. Очень надеюсь, что вам видно. Все, сейчас я уберу чешую и потом буду чистить рыбку. Видите, какая красота. Одна минута и такая большая рыбка чистая. Вот видите, сполоснула под водичкой рыбку. Она уже чистенькая лежит. И вот сколько чешуи. Нигде ничего не разлетело. Сейчас просто в мусорное ведро выкину, да, и класс.
Видите, ребята, не помещается рыбка на одной доске. Пришлось вот две положить. И сейчас будем ее разделывать. Надеюсь, вам видно. Ух ты, потекло все. Ну, икры нет. Я, наверное, вот эти вот отходы соберу и внутренности, и угостим котят на улице. Вот, ребятки, я уже почистила. Внутри все чистенько, красиво. Жабры вытянула. Все, сейчас Артурчик мне поможет сделать стейки. Красота. Какие толщины? Ну да, я думаю, вот так. Вот смотрите, ребятки, сколько у нас получилось стейков. Голову, хвостик и один кусочек стейка получилось. Мы отрезали его, он потоньше размером. Я в пакетик и в холодильник. Сейчас вот так просто подсолю. Ничего сверхъестественного я не делаю с рыбкой. Рыбка, она должна быть по себе вкуснючей. Сейчас вот соль, перчик. Меня там спрашивали, как я запекаю мойву в духовке. Ну, точно так же. Помыл, обсушил от водички. Подсолила, подперчила, маслечком смазала. Но вот в такую рыбку я, наверное, перед тем, как буду ставить на гриль, немножко сбрызну лимончиком. Мойву я не сбрызгиваю лимоном. И все, и в духовочку на 200 градусов. До готовности, как говорится. У нас будут вкусные. Очень люблю вот именно свежую рыбу, которая еще не полежала в морозильнике. У нее какой-то свой особенный вкус. И вот сейчас сделаем массажик. Распределим соль, перчик по стейкам. Немножечко дам полежать, промариноваться. Сейчас маслечко нам поможет. Сбрызну обычным растительным маслом. И оно так полежит, пока мисс моя гриль нагреется. Вот так вот сбрызгиваем маслечком. Сейчас все перемешаю. И вот оно полежит немножко. Ну, вот грилька моя нагрелась. Сейчас вот так буквально несколько капель вот лимончиком. Грилька моя нагрелась. Застелю пергаментом. Смотрите, как получилось. Шипит, шкварчит. Первый раз готовим так рыбку. Посмотрим, что получится. У меня пока стейки готовятся, я приготовлю к рыбке салатик овощной. У меня помидоры, огурчики, зелень, оливки добавлю. А ну скажите мне, ребята, кто еще вот так хранит укроп? Я показывала как-то у себя на канале. Смотрите, какой красивый, свежайший. Хранится в обычной сухой банке. Я как-то делилась с вами этим способом, смотрите. Передаю привет в торец моей любимой крестной, маме Вале, Танечке. Они посмотрели мое видео и воспользовались советом по хранению укропа.
И были в восторге просто. Что, крестненькая, тебе большой-большой привет и много-много поцелую. И, конечно, мирного-мирного неба. Ребятки, приглашаем к нам на ужин. Рыбка готова. Есть маленькие ошибки, я вам скажу. Не надо было на пергаменте готовить. Надо Нет. было сразу. На Такие четыре. Вещи, да, нужно сразу на открытом гриле, без бумаги, или хотя бы подлаживать снизу фольгу. Да не нужна была фольга, надо было так на гриле готовить. Тем более я знаю, что после приготовления сразу берешь мочалку, вытираешь гриль, она чистая. Были бы красивые полосочки, но я думаю, что это будет очень вкусно. Так что, ребятки, у кого гриль, не подлаживайте пергамент, не тратьте, не портите. Не, ну смотря под что. Да, под рыбку, там, под кусок стейка желательно не подлаживать. А все остальное, там бутерброды, сыр, колбасы, лучше подлаживать. То, что, да, соусы там, где вытекают, там, ну, тоже можно протереть. Не обязательно. Артурчик у меня уставший, всю ночь не спал. Ой, сейчас будет отдыхать. Говорит, я устал, я есть не хочу, то не хочу, спать хочу. Там думал, ну сейчас, ну, говорю, прикимарю так минут 20, полчаса. Только вроде собрался, раз поклевка там, пик-пик, вскочил, ждешь поклевку, нету, все. Или рыба рядом проходила, шнур зацепила, и вот у сигнализатор сработал. Все, сон пропал. 2-3 часа вот это вот пошаратурился, опять думаю, лягу. Только прилег у Валеры тоже. Бинь-бинь, да твою ж ты дивизию, блин, опять сон пропал. И вот так вот толком вся ночь прошла, ни один, никто глаз не сомкнул. Ну, Артурчик давно не был на ночной рыбалке, получил удовольствие. Да, я уже еще до Израиля, еще лет 8 не был. Лет 7 не был на рыбалке с ночевкой. Я белого амура ела тоже очень давно. Ну, последний раз белого амура я у Василича поймал с хомяком. Mm-hmm. Когда хомяк мне помог вытащить амура на 3800, тоже такой хорошенький амурчик. Это не просто хомяк, это просто друг. Да, это друг. Так что белый амур у нас редкость. Ребята, очень вкусно. Мне нравится. На здоровье. Спасибо. Угодил. Она все время мне кричала, что ты рыбу-то отпускаешь, что домой не берешь, блин. Ну вот сейчас поехали на тот водоем, где можно брать. Да, новый водоем. Кому интересно, сегодня уже Артурчик будет отдыхать, а завтра он смонтирует видео и покажет, как они порыбачили, где они рыбачили, что за места. Поэтому, ребятки, у Артурчика, кто не знает, есть свой канал, он так и называется, с Артуром о рыбалке. И заходите, поддерживайте, смотрите, кому интересна рыбалка, природа, отдых. Все мирно, все красиво. Все по фэншую. Я там не рассказываю, на какие снасти ловлю, там нету у меня таких рекламных направлений. Просто для души. Да, я снимаю так, как я это вижу, и все. Как оно идет, так и снимаю. И мне это нравится. Кому нравится, те смотрят. Кому не нравится, ну, я, как говорится, не шоколадка, чтоб всем нравится. Шоколад тоже не всем нравится. Ну да. Так что ждите новое видео, скоро будет. Давай, попробуй хоть кусочек рыбки.
Ты же знаешь, я не люблю. Вот вечно меня заставляет кушать рыбу. Я не люблю рыбу кушать. А она полезная. Именно вот речковую, ставковую. Я люблю морскую. А она морскую мне не дает кушать. Как это я тебе не даю? Потому что лежит в холодильнике, она мне не готовит. Бедный, несчастный муж. Да, бедный, несчастный. Бери, кушай. Кусочек возьми, попробуй. Потому что зрители тебе верят. И что теперь? Ты говоришь правду, как и я. Я говорю вкусно, а ты скажешь еще вкуснее. Хочу всем сказать большое спасибо за комментарии. Пробежала с работы, начинаю читать, так приятно. Куда устала, издевается, куда что. Спасибо вам за ваши добрые сердца. Что-то там гудит. Наверное, воздушная тревога. Нет, у меня смс-ка пошла. Пусть смс-ки приходят. Хорошие и добрые. Спасибо вам огромное за комментарии, за поддержку. Вы не представляете, что вы для нас делаете. Вы наши отдушинки. Мы лучше ответим на комментарии, посидим в интернете, чем будем смотреть новости и переживать, и как-то расстраиваться. Забивать голову дурными мыслями. Все будет хорошо. От нас все равно там ничего не зависит. Мы никак не можем повлиять на это все. Но зато нервы себе портим. Хочу передать привет Людмиле. Людмила Матюха, вам большой-большой привет. И большое вам спасибо за доверие. Людмила заказала по нашей ссылочке духи. И ей очень-очень понравились. Она написала, поделилась, что все дошло, все хорошо. И заказать было несложно. Нам очень-очень приятно. Ароматы ей зашли, запахи понравились. Все просто великолепно. Да, и еще несколько человек точно так же заказали. Все дошло, поблагодарили, спасибо. Чем, как говорится, что знаем интересного, то, что нравится нам, мы с вами делимся. Спасибо огромное. Ерунду не предлагаем, как говорится, то, что проверено. Ну, тут тоже, конечно, на любителях, кто что любит. Нет, но мы же не навязываем какие-то определенные запахи, ароматы. Мы говорим о самом месте, где это производится. И как это можно заказать. А там уже человек выбирает сам. Поэтому я говорю, что это очень приятно, когда человек зашел, выбрал то, что ему понравилось. Может, он где-то там почитал отзывы, и как бы все у него получилось. Просто даже вот приятно то, что вы верите нам, доверяете нам, готовите по нашим рецептам. Мариночке Рукас, привет большой. Марина сегодня закрывает огурцы по моему рецепту. Мне очень-очень приятно. Мне написали, что закрывают варенье, посмотрели, как я готовлю абрикосовое, пошли, купили на рынок, закрыли несколько баночек абрикосового варенья. Кто-то приготовил зеленый борщ по нашему рецепту, и семья была в восторге. Ну, очень много таких. Красный борщ с фасолью тоже готовили. Не с фасолью, а с... Ой. С килькой. С килькой в томате мы готовили зеленый. Фу, теперь я уже, господи, Артур, твоя усталость на меня передается. Вот. Готовили красный борщ с килькой в томате, тоже многие попробовали, понравилось. Елене привет, Елена, и там вся семья говорит, ой, жалко, что быстро заканчивается. Олег Пашнин тоже готовил. Надо кастрюлю побольше просто иметь. На канале показал, как он приготовил этот борщик. В общем, ребятки, мне очень-очень приятно, что вы нам доверяете. Мы это очень ценим. И спасибо вам огромное. Вот правда, спасибо. Скажи мне, пожалуйста, за рыбку, потому что мне рыбка очень нравится. Смотрите, какие кусищи. Вот мне нравится прям вот... Если так готовить, то чтобы рыба была большая, чтобы стейки были большие. Рыба ей нравится. Она не может не нравиться. Такая рыба в априори не может быть невкусной. Белый амурчик. Он очень вкусный сам по себе, белый амур. Это вот из семейства карповых. Он не жирный, но он и не сухой. Он такой вот средний, серединка
как это правильно сказать, ну, центр, одним словом. Самое то, что нужно. Да, потому что карп сам по себе, он жирный. Карась суховатый, да? Да, карась немного суховат. А вот белый амур, он именно вот такой вот. Вкусный. Само то. Мякоть. И на соль, на перчик мне нравится. И то, что я сбрызнула лимоном, мне тут такой лимонный прям кислятины, ничего. Как я тогда карпов, да? Карасей, да. С лимончиком в духовке. Ну, тогда, если не получилось, мы сказали, не получилось. А здесь это вкусно. Я промолчу. Ты сейчас за эту рыбу молчишь? За ту рыбу. За ту молчи. За эту говори. Это вкусно. Артур молодец. Я не любитель, еще раз повторюсь, пресноводной рыбы. С детства тем более. Я же привык к морским обитателям. А почему? Потому что там костей нет. Да, я ленивый. Я не могу вот так вот сидеть. А многим нравится вот именно сам процесс вот так вытягивать по одной косточке. Ну, для меня надо сразу кусочек взять и затоптать, и все. Не тратить на это время. Ты не можешь растягивать удовольствие. Я наоборот, я растягиваю удовольствие, когда его пережевываю. Вкусно. Ребятки, мы будем дальше ужинать, потому что уже пора и с шекелем бежать на уличку гулять. Спасибо огромное, что вы у нас есть. Крепенько, прям крепенько всех обнимаю. И до новых встреч в следующей записи моего дневничка. Всем пока-пока. Bye-bye.